Итак, друзья, ну что ж, наконец-то я собрал их вместе. Это Xiaomi Robot Vacuum Cleaner и, дочерняя фирма Xiaomi TrueWear Robot LDS Vacuum Mop Finder. Соответственно, вот он. И TrueWear, это, я так понимаю, фирма дочерняя Xiaomi. Итак, друзья, дело в том, что здесь есть и швабра. Ну, сейчас я ее снял. Короче, здесь есть еще и вот такая вот швабра, на которую прыскается просто, и она вытирает. Вот здесь TrueWear. Вот, здесь нету, но, друзья, давайте смотреть, расскажу сразу же. Ну, во-первых, первый минус TrueWear — это когда он, друзья, подъезжает, вот здесь видите, он сам подъезжает и никогда не промахивается, да, и никогда не было такого, чтобы он отъезжал как-то там. А этот, смотрите, вот этот он подъезжает, конечно, все ровно становится, но бывает, кто-то пройдет его вот так заденет чуть-чуть. Так вот, друзья, чтобы обратно ему встать на место, на док-станцию, он отъезжает, реально отъезжает, потом разворачивается на расстоянии где-то метра и подъезжает заново, вот так, представьте себе. И это занимает, ну, я не знаю, минуты пол, если не больше. Здесь же он просто влево-вправо, влево-вправо, смотрите, я сейчас отберу, отведу его, и он, смотрите, вот так вот, влево-вправо, влево-вправо, все, встал, все, секунда, видите, и он держается. Второе, это, друзья, особенность, это качество и толщина пластика. Здесь пластик, ну, прямо крайне тонкий во всем. Ну, очень тонкий пластик. Здесь пластик, вот видите, намного толще. И это видно во всем. Ну, здесь вот бампер тоненький, тоненький бампер. Вот такой вот прямо. И здесь такой шикарный толстый бампер. А, кнопка шикарная. Мне нравится больше прорезиненная, выпухлая, да. А, здесь, правда, робот уже сел, да, потому что поломался, значит, адаптер. Поэтому я его сейчас буду сдавать, кстати, по гарантии, кому интересно. Если у вас вы покупали через Яндекс.Маркет, а Яндекс.Маркет, он как бы посредник, а на самом деле я покупал в плеере, и вот теперь надо прямо за свои деньги посылать почтой в плеер вместе с распечатанным вашими силами, опять же, чеком на этот робот. Ну, это так, отголосок. Теперь поехали дальше, друзья. Короче, теперь смотрите, здесь у нас станция. Вот она, меньше, здесь больше, да? Но, друзья, зато здесь блок питания-то он вот здесь находится, вот. То есть здесь у нас блок питания, он внутри, а здесь блок питания как бы, ну вот, снаружи и занимает лишнее место, да? Хотя здесь меньше места. Но, друзья, опять же, такая особенность, смотрите, было такое несколько раз, я вам клянусь, когда он отъезжает от этой док-станции, прям вот отъезжает, а потом ее не видит, вот так вот просто по ней проезжает, когда уже моет, просто по ней. У этого никогда такого не было с этой док-станцией огромной, ни разу не было, чтобы он ее задел, у Xiaomi Robot Vacuum Cleaner. Вот, так что дальше, друзья, особенности в следующем. Что бывает, что TrueWear подтупливает. Это я вам говорю конкретно. Он вроде бы и новее, чем Xiaomi. Вот этот вот, это самый первый Xiaomi-овский робот. Да, это уже TrueWear. Тут их, они уже позже появились. Но, друзья, этот запоминает карту. Иногда он теряется, иногда он перестраивает и начинает, ну, короче, тупит чаще намного при постройке, при очистке территории, чем вот этот. Это, друзья, факт. Здесь вроде есть из плюсов, смотрите, вот такая вот кнопочка, которая определяет, что он типа застревает. Здесь такого нету, но это, ну, такое, значит. Хотя и это тоже иногда застревает. Друзья, следующая особенность — это то, что, значит, этот робот мощнее. Он дешевле, чем вот этот в России. Я говорю про Россию, российские цены. Но, друзья, внутри он мощнее. Он прям вот реально сегодня проверял, сколько он собрал мусора. Хоть официально вот этот мусороприемник меньше по объему, чем вот этот. Но, друзья, собирает он, я не знаю, из-за того, что он мощнее, из-за того, что он тупо, я не знаю, больше, поэтому из-за мощности больше собирает грязи. Может, он, ну, короче, вот этот прям реально собирает больше. Это прям, поверьте, факт.
И кстати, минус вот у старого Vita всегда потерялась уже вот эта щеточка, а на новом Vita они решили ее прямо вот сюда заныкать, чтобы она не потерялась, и это плюс вот этого нового. Вот, так что также с другой стороны щеточка здесь длиннее вот эти резиночки, вот, и эти резиночки, кстати, эта щетка очень-очень быстро вращается, и поэтому она как бы шлифует пол, как бы тем самым его, я так понимаю, начищает. Здесь уже вот эти вырезы поменьше, и такое ощущение, кстати, давайте сейчас я оценю мягкость. Это очень мягкая щетка. Ну и это тоже мягкая, да, у них одинаковые, хотя, может быть, у этой чуть-чуть пожестче. Вот, но он и постарше, сейчас вам скажу, друзья, на полтора года, ровно на полтора года, вот этот старше, чем вот этот. И этому мы через полтора года его использования поменяли батарейку. Вот, так что, следующий, давайте откроем, вот здесь легко достается и все железный шарик, да, чтобы убрать. Здесь достаем, друзья. Здесь уже все пластиковое, ну, неплохо достается. Теперь давайте, вот здесь минус, видите, значит, надо откручивать, чтобы там, если что-то попало, открутить. Зато здесь просто достается вот так вот, смотрите, просто тянется на себя, и оп, все, все точно так же устанавливается. Материал вот этих щеточек примерно одинаков, и я не буду их даже сравнивать, они очень похожи, очень схожи. Теперь смотрите, датчики, их такое же количество, и они находятся ровно в тех же местах, 1, 2, 3, 4. Этот датчик, ну, я уже показывал, проверял, даже на стол можно его расположить, он не грохнется. 1, 2, 3, 4, ровно в тех же местах. Потом, друзья, здесь, смотрите, у нас была резиночка здесь, да, вот такая вот. Она уже со временем стерлась, давайте я вам покажу, хотя, прошу прощения, все тут в грязи. Да, вот так вот в грязи, но вот здесь еще, видите, вот такие вот щеточки по краям. Значит, я потом, конечно, почищу. И теперь смотрите, из плюсов. Здесь вот эти не снимаются. Если хотим очистить вот эти волосы, видите, надо вот ножом все это обрезать. С этой стороны и с этой. В новом они уже, значит, продумали эту проблему. Теперь смотрите, в новом, когда вот так поднимаем сюда, то здесь вот эти штучки легко снимаются. Вот так вот, видите, вот. И все можно просто отсюда доставать, без ничего не срезая. Вот это хорошая вещь, действительно продуманная. Хотя, я бы сказал, не так уж и часто тут забивается сильно, особо, значит, волосы. Вот. Причем здесь, смотрите, здесь на старом у нас прорезинки, вот здесь вот прорезиночки, вот здесь находятся. Здесь нету прорезинок, вот здесь вот. Вот, теперь смотрите, здесь вот так гуляет вот эта штучка. Вот, здесь вот так гуляет. Теперь здесь гуляет, ну, я бы сказал, ровно настолько же. Видите, вот один в один. Вот насколько. Да, хотя стоп, здесь. Друзья, здесь побольше, на старом. На старом побольше. Да, старый выезжает посильнее. Вот это да. Может, мне это так кажется. Может, это мне кажется. Не, ну реально кажется, что. Теперь смотрите, насколько утапливается. Здесь почти полностью колесико торчит. Вот совсем чуть-чуть. Здесь, то, ну, точно так же, абсолютно то же самое, один в один. Друзья, дальше. Смотрите, здесь у нас, по-моему, ультразвуковой, я точно не помню, или инфракрасный. Да, и здесь тоже, правда... Тоже вон, но непонятно, это не точно, друзья, не верьте мне, потому что здесь вроде бы был ультразвуковой, ультразвуковые датчики, а здесь вот я не знаю какие, и вообще могу ошибаться, что здесь ультразвуковой, так что не верьте. Потом, друзья, бампер на старом, я, видите, вот я его разбирал, у меня на канале есть, как я его полностью разгибаю, и со временем вот эта штука, ну, короче, пружинки там ухудшаются, я их специально сгибал, чтобы они... Вот этот бампер, он, кстати, лучше работает, мне больше нравится, это совсем слабо работает, смотрите, видите, от прям легкого нажатия, прям мизинчиком вот так вот, он уже прогибается, а этот мизинчиком не так уже просто мизинцем его продавить. Так, друзья, что еще? Ну, размеры тут уже я молчу, потому что размеры, по-моему, один в один, да, вот прямо радиус и диаметр
прям один в один. А, дальше, друзья. Вот этот уже полностью для Европы расифицирован. Вот, вот он. Его, кстати, вот спеки Трувера. 40 ватт. Мощность основная 40 ватт. В спеках. В старом у нас, друзья, зацените. Давайте, если вы знаете китайский. 55 ватт. Вот он. 55 ватт, друзья. Он реально мощнее, но если честно, я думаю, что здесь даже не 40 ватт, а я не знаю, там 60 или 70, потому что он прям вот ощутимо мощнее. А, друзья, дальше отличаются у них фильтры. Фильтр здесь шире, вот здесь вот. И на нем, смотрите, на нем уже сетка. Сейчас я вам покажу. Вот. Так вот снимаем. Вот, и сетка уже здесь. Видите, вот она, невидимая, первый уровень сетка. Здесь сетки нет. И устанавливается все вот так вот. Да. Вот видите, фильтр шире. Здесь у нас сетка, наоборот, находится на самом блоке, ну, мусороприемнике. Вот, фильтр без сетки. А здесь вот, видите, вот она, сетка. Вот, уже порвалась. Офигеть. Офигеть, просто офигеть. Вот это да. Этот как так-то, я просто не понял, как она могла порваться, ёлки-палки. Это я, наверное, что-то сделал не так. Конечно же, я виноват тоже. Еще фильтр, видите, маленький. Вот сравните размеры фильтров. Вот фильтр меньше, ну и очевиднее, здесь мощность меньше, поэтому поток воздуха очевидно будет, ну, как бы меньше и так далее, тому подобное. Значит, друзья, я даже не знаю вам, что еще вот по сравнению, если честно, мне больше нравится качество всего старого. Вот здесь вот пластик какой, вот здесь вот больше нравится вот этот вот серый пластик, он кажется толще, грубее, вот этот, качественнее кажется вот этот приемник, вон здесь, смотрите, насколько все работает. Все действительно, такое ощущение, что действительно кайзер вот это китайский полностью, и китайцы для себя делают все очень качественно. Причем, вон, видите, он говорит, что здесь Dustpan install, а этот не говорит. Вот смотрите, я установил, кстати, давайте понажимаем. Ну, вроде неплохо, да, нажимается. А здесь не говорит, что... А, еще раз, я прошу прощения, что этот европейская вилка, видите, у этого... И он говорит по-русски, Европа, Россия как бы относится к Европе, он говорит по-русски. А вот у этого, вот он у меня подсоединен, вот здесь вот, видите, там переходник, я не хочу его просто доставать, но он китайская вилка, и там вот переходник, он примотан просто. И честно, конечно, через полтора года накрылся аккумулятор, он стоил мне 3300, и у меня есть на канале видео, как я его меняю, там можно посмотреть, как поменять аккумулятор на Xiaomi. И в целом он, короче, а, еще, друзья, особенность, на этом, блин, больше реально аккумулятор, чем здесь, я точно не помню, давайте в спеках, опять же, кто знает китайский, смотреть здесь, елки-палки, давай, фокусируйся, так, где тут объем батареи, ну, опять же, на моем, просто можно в сравнении, ну, короче, на этом значительно больше батареи. Был такой случай, когда на 40 квадратных метров он чистил. Вот этот чистит, ему хватит по несколько раз, 40 на 2-3 раза, может быть, 40 квадратных метров, на 2 минимум, короче. А этот, как только мы его привезли, и он, когда ему надо там в районе 40 почистить, и он, вы знаете, первый раз заряжался и говорил, что, ребята, нет, вы знаете, я, пожалуй, мне не хватает батарейки, я поеду. Но это было в начале, потом ему стало хватать, потому что как батарейка как бы распатарелась, стало нормально заряжаться, ну, как бы полностью заряжен, ну, или я не знаю что, но, короче, потом ему стало хватать. То есть, как-то немного странно так для начала, ну, вот. Друзья, короче, если коротко, вот я сейчас посмотрел, как убирает вот этот, потому что этот поломался, я притащил этот. Я вам сейчас скажу, что что-то мне больше нравится, даже не смотря на то, что здесь швабра. Причем, смотрите, здесь глянцевый пластик, мне нравится глянцевый пластик. А здесь тоже глянцевый, но он незаметно глянцевый. Ну, какой-то здесь жирнее, толще, он красивее, он круглее, он скругленнее. Вот эти вот все, видите, краи здесь все чуть-чуть такое рубленное. И мне это нравится больше. Нравится больше, как он чистит мощнее, мощнее, шумнее. И, соответственно, больше мне нравится. Уж простите, если
кто-то радуется. Кстати, друзья, зашел только недавно на сайт, она сейчас продается за 19 тысяч. Ну, я из Великого Норда смотрел, да, 19 самый дешевый Trover. Именно вот этот, робот LDS, робот Finder. И, друзья, зашел на Алик, посмотрел, сколько стоит Trover, он там по-другому называется, но тоже европейский, и абсолютно один в один коробку, вот так же на коробке надпись, но в Китае все равно на Алиэкспрессе его по-другому называют. И, друзья, он стоит там 10 900 карл, по сравнению, сравните с 19 почти тысячами, то есть разница 8 тысяч, это почти это там 80 или 90%, это, блин, офигенная разница в цене, просто офигенно. Друзья, ну плюс, еще раз, мне нравится и док-станция, она умнее, он подъезжает просто вот так, и, соответственно, вам легче тоже установить. А здесь даже, когда вот вы его поднесете, потом что-то очистите, потом обратно ставите, вы долго попадаете вот на эти вот две штучки, потому что не видите здесь контакты внутри. Здесь два, ну, снизу точнее. Друзья, ну вот, собственно, и все. Я сделал вот такой небольшой обзор. Ну, минус, опять же, китайского, он говорит. Хотя есть такие же версии. Европейский, российский, но этот китайский не говорит, он говорит только по-английски, но это еще раз повод подучить английский язык. Друзья, вот, собственно, и все. Я не знаю еще, что сказать, что добавить. Этот сейчас буду отправлять. Я не знаю, у него просто заканчивается через несколько дней гарантия 18 августа. И не знаю вообще, как вообще примут и так далее. Ну, вот этот робот. Ну, заодно вам и скажу, что к чему, как, зачем и почему. Можно ли сдавать, как по гарантии. Вообще, раньше это было намного и проще. И почему-то есть в Новгороде Xiaomi фирмы, которые ремонтируют Xiaomi. Ну, ремонтируют только телевизор почему-то и телефона, вот так. Короче, сейчас посмотрим, и я вам, естественно, расскажу об этом.